Продолжаем выпуск. День России. Работники компании «Газпром Трансгаз Томск» отметили на свежем воздухе. С самого утра они отправились в долгий путь длиной в 52 километра. Путешествие состоялось в рамках традиционного всероссийского велопробега. Последние 10 минут до старта. Давление в норме, железный конь уже встает на дыбы. В этот день для велосипедистов все сложилось как нельзя удачней. Вместе с долгожданными выходными в Томск, наконец, заглянуло лето. Это как бы своеобразный вызов самому себе, я считаю. И будет приятно закончить этот велопробег без сходов. Дети уже подрастают, принимают участие. Это как раз та идеология, которую мы проводим, что люди не только работой должны заниматься, они должны заниматься и спортом. На старт! Внимание! Участники моментально задали достаточно динамичный темп велопробегу. В колонне тут же зажегся общий огонь, проявился дух большой команды. О том, что такое 52 километра, пока никто и не задумывался. Длиннее, чем в этом году, трассу еще не подготавливали. Но до первого привала доехали абсолютно все. Хорошо. Очень легко, очень задорно. Все едут, все друг друга поддерживают. Мне кажется, мы бы до Асино доехали, если бы нам дали такую возможность. Первый велопробег компания «Газпром Трансгаз Томск» провела в 2011 году. Корпоративная акция тут же стала одной из любимых. В этот раз в ней приняли участие уже более 300 человек. И это только в Томске. Ведь всего велопробег объединил 1300 спортсменов из 12 регионов страны. От Сибири и до Дальнего Востока. Кроме того, в акции приняли участие и гости. Члены Координационного молодежного совета «Газпрома» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямбурга, Ухты. Пусть мы работаем в разных начальных предприятиях, но у нас одна миссия, одна цель. Это нас сплочает, сближает. И поэтому, приедя в командировку любое другое предприятие, мы сразу, как все, одна семья. Последний рывок не всем дался легко. Ведь участники – это не профессиональные спортсмены. Выдержать 4 часа такой нагрузки не всегда могли даже сами велосипеды. Но оставлять своих – это не в духе компании, поэтому до финиша добрался каждый. Очень интересно, трасса интересная, повороты, подъемы. Вокруг тебя все знакомые ребята, со всеми общаешься, спрашиваешь, как дела. Поэтому доехать до финиша было не так сложно. Подхватили эстафету спортивного праздника директора филиалов вместе с заместителями генерального директора. На волейбольном поле они провели товарищеский матч. Как и в прошлом году, победу одержала команда заместителей. А для самых маленьких состоялось специальное велосостязание. Ведь воспитывать корпоративный дух лучше всего с детства. Каждый участник акции в этот день смог не только преодолеть собственные границы, но и испытать ни с чем не сравнимое чувство единения, что позволяет всегда стремиться к новым вершинам. Дарья Стешенко, Иван Патлусов, Евгений Щербаков. Вести Томск. События недели.